Я даже не спросила. Григорий. Григорий, пожалуйста, сделайте мне красивые фотографии. Я думаю, что свет у нас такой, что вам лучше вот там, в той же самой позе. Вы лучший, Григорий. А нет, не нужно селфи делать. Вы меня одну сфотографируете. Да, давайте еще раз туда же. И вот сюда же, и на коленочку. Григорий, я должна быть длинноногой, поэтому снизу. Я буду красиво стоять, поверьте. Можете ниже, что я уже знаю, что я буду коротконожка с этой позиции. Давайте, давайте, в позу предложения. Нет, вы прям вставайте. Ну как это так? Значит, своей бабе вы на шаре. А мне так, значит, представьте. Нет уж, давайте, Григорий, на коленочку. А можно мне что-нибудь такое современненькое? Григорий, ваша задача классно сделать мне фотки. Мы бежим с тобой, как будто от гепарда. Григорий. Как я скучала, милый. Видишь слезу в глазу. Сфоткай меня, чтоб было видно эту слезу. Вот и конец скитаний, вот и со мною ты. Сфоткай меня с цветами. Григорий, точно вошли цветы. Как я молилась Богу, как я молилась, зай. Сфоткай немного сбоку. Руку не обрезай. Григорий, ты же моя находка, мой персональный рай. Господи, толстая, перефоткай, страшненькое стирай. Я же не зря скучала, так что давай, держись. Эх, Григорий, Григорий, это могло быть начало. А впереди вся жизнь. Мы бежим с тобой, как будто от гепарда. Это впервые мужик ушел от меня прямо во время номера. И причем я же должна была книгу подарить. Ну ладно, больше достанется нам девчонкам. Спасибо. Да, кто меня снимал, девчонки? Да, вот вам левая книга. Держитесь подальше от таких опасных мужчин, которых вы попросили сфотографировать, а они ушли.